Всем привет, мои дорогие! Рада вас видеть на своем канале Нафиса Уфа. Сегодня у меня обзор на заказ из интернет-магазина Василек. И прежде чем начинать рассказывать о заказе, хочу сказать, что в интернет-магазине Василек есть изменения. Изменения – это минимальный заказ. Минимальный заказ теперь в интернет-магазине 1000 рублей. Мне кажется, очень приятная новость. Также хочу сказать, может, информация будет полезная, если все-таки вам пришел некачественный товар, для этого существует в интернет-магазине Василек возврат, которым вы можете воспользоваться. Также могут быть замены, что сегодня я вам тоже покажу. Замена, смотря на позиции, и об этом в интернет-магазине тоже указано. Радует 1000 рублей. Девочки, ссылка будет в описании на интернет-магазин Василек. А теперь давайте приступим. Я приготовила счет-фактуру для того, чтобы всегда говорить цены на вещи. Начну я с того, что у меня сегодня в заказе приклеила толстовка, девочки. Вот, толстовка размера 50-го. Я впервые заказала 50-й размер. Попробуем, девочки, обязательно, когда будет примерка, напишите мне. Может, пока рановато мне заказывать 50-й размер. Вот, ну, знаете, раз на раз не приходится. Может быть такое, что и у меня встречалось в заказе, что что-то большемерит, что-то маломерит. И об этом я всегда вам говорю. Но не только говорю, вы в примерке на мне это все видите. Что большемерит, что маломерит. Вот такой вот недостаток. Тогда недостаток, согласна, я встречаю. Хочу сказать, что толстовка стоит всего лишь 462 рубля. Я знаю, что сегодня опять в комментариях будет, что я заказываю не по возрасту. Хочу сразу предупредить, девочки, я не ношу короткое, я не ношу шортики, поэтому я не заказываю такие вещи, я заказываю то, что мне нравится, то, что я буду одевать, а не то, что я закажу и будет валяться. Вот такая вот, девочки, толстовка. Поближе вы потом увидите. Качество очень хорошее. Мне очень понравилось. И здесь, девочки, Микки Маусы. Микки Маусы. Теперь буду читать комментарии о том, что не по возрасту. Так, давайте начнем. Следующее, что у меня в заказе, это вот такие вот тапочки. Подростковые тапочки размера 30-34. Моя дочь носит обувь 34 размера. И эти тапочки стоят 162 рубля. Теперь, знаете, девочки, я и для себя хочу заказать. Она очень ждет эти тапочки. Заказ я получила вчера, но снимаю только по возможности сегодня. Очень приятные, теплые. По утрам, после ванны, после душа. И просто так носить будет очень удобно. И вот такие вот, девочки. Ну, и как мои тапочки, да? Вот. Очень они удобны, я их люблю. Они вот у меня рядышком здесь стоят. Вот. Понравилась ей расцветка. Она сама выбирала по цвету. Теперь я себе хочу. Следующее будет для моих мужчин. Давайте рассмотрим. Это трико. Хочу сказать... Ту одежду, которая приходит моему мужу, ему очень все нравится, уже стирали несколько раз, поэтому носит даже на улице трико, ему очень нравится, очень-очень удобно. Это будет трико 56 размера, рост у моего мужа 175 сантиметров, трико вот такое, девочки. Очень приятный серый цвет. И здесь вот такие вот полоски. До колен и прямо вот на коленах. А сзади уже чисто. Низу идет немножко заужено. И видите, да, девочки, как заканчивается? Вот. По качеству тоже нареканий никаких нету. Ну, может, какие-то нитки торчащие. Вот. Такое трико. Обязательно в конце добавлю примерка мужа.
уговорю его показать хотя бы нижнюю часть трико. Вот, и пока вот так показываю, хочу рассказать, что о нитках торчащих это встречается даже в магазине, когда лично вы сами покупаете. Вот я купила себе куртку за 18 тысяч, девочки, пальто, куртку, да, даже все еще откуда-то торчащие нитки появляются. Мне муж все время показывает, приходится просто их брать, маленькие ножницы, и отрезать. Даже за 18 тысяч торчащие нитки. Следующее тоже для моего сына. Прям, девочки, это же трико, но уже 46 размера. Вот, 46 размера. Да, есть вот такие вот торчащие нитки. Тоже покажем. У моего сына есть красной полоской. Такое же трико, черного цвета. И стоят они каждый 539 рублей. Очень хорошая цена. Следующий, давайте начнем. Это же будет все мое. Очень я люблю домашнюю одежду из интернет-магазина Василек. Они очень приятные к телу. Люблю пижамы. В них спать тоже очень-очень удобно. Следующий у меня уже идет костюм. Костюм тоже заказала, девочки, 50 размера. Все-таки надо начинать. Все-таки я уже постройнела, минус 18 килограмм. И уходить от страха, девочки, заказывать размер поменьше. Так, бриджи с манжетами и футболка из интерлока стоит 707 рублей. Давно я смотрела на этот костюм. Посмотрим, как будет 50 размер. Девочки, пишите. Видите, да? 50 размер. Две пуговицы. Вот. Ну, давайте все, давайте посмотрим. Как все сшито. Такой серенький, приятненький. В последнее время, девочки, мне очень нравится, кстати, серый цвет. И здесь, видите, на резинке. На резинке. Вот, у меня опять камера начинает желтеть. Вот. Бывает такое, девочки, видите, сразу переходит в другой фон. И бриджи. И здесь, посмотрите, глазки, карман. Хотя эти глазки потом футболка все перекроет. 50 размер, девочки. Все, цену я вам сказала. А следующее, что у меня идет, идет халат. Давайте цену. Халат Митра цвета мята, трикотаж, 504 рубля. Давайте посмотрим. И хочу сказать, что это уже идет 52 размер. Все-таки я не на всю одежду рискнула, потому что халаты я люблю, когда они свободные, не обтягивают и не стесняют движение. Но посмотрим, девочки, вроде немножко больше мерит. Вот такой очень приятный цвет, мятный. Здесь такие вот красивые. Вот, девочки, я вам честно вот показываю. Вот, ну, есть, да, нитки торчащие, а так вообще вот, ну, никаких нареканий. Пуговицы, девочки, и, конечно же, кармашки. Красивые короны, девочки, красивые. Симпатично. Посмотрим. Следующее, что я заказала... Это у меня будет халат женский. Так. 546 рублей. И идет размер 52. И хочу сказать, что этот халат маломерит. Этот больше мерит, этот маломерит, хоть и 52 размера. Вот здесь вот красивые вставки вот такие вот. Вот, и на карманах, такие вот кармашки, девочки, пуговицы по цвету узоров. Очень приятные к телу, знаете, на что похоже? Раньше у меня папа носил фланелевые рубашки, они были толстые, более, значит, такие легкие. Вот прям очень похоже на такой материал,
приятный, девочки, к телу и очень симпатичный. А здесь, девочки, вот, давайте я вам покажу. Округленный идет низ. Ну, поближе еще посмотрим, девочки. Обязательно посмотрим. А следующее у меня в заказе тоже халат, потому что халаты тоже нужны. И вот здесь немножко затрону. Здесь у меня была замена. Я заказывала для себя розовую, так как я люблю сиреневые, бордовые, такие розовые цвета. А мне пришел халат бирюзового цвета. Но когда я одела для примерки, показала мужу, сказал... Во, потому что действительно я рада замене, цвет очень-очень красивый, вы тоже, мне кажется, в этом убедитесь, это вот такой вот халат, девочки. Домашний халат с узорами на молнии, 546 рублей. Вот, давайте даже вам покажу замок, как все сшито. Вот. Вот здесь вот, девочки, конечно, неаккуратно. Вот. Ну, цена 546 рублей. Приятные, приятные к телу, девочки. Вот. Халатом я очень довольна. Мне очень понравилось. И расцветка, и ткань на ощупь, и вот эти вот красивые узоры. 546 рублей. Следующее. Немножко расстроилась, не в качестве, ну, мне совсем не идет, не знаю даже, как вам показать, тоже 52 размера, это у меня будет платье модель. Так. Платье модель. Надеюсь, я ничего не перепутала. Да, написано, что это платье. 52 размера, девочки. Она, наверное, может и сама такая широкая, но очень уж широкая, девочки. Здесь посмотрите. Видите, да? Сзади длиннее, а впереди короче. Вот. Тоже приятное к телу. Качество очень хорошее. Прям очень хорошее качество, девочки. Давайте вам все покажу. Вот, широкий. Ну, немножко, вот, мне не подходит. Не подходит, поэтому тоже пишите, девочки, в комментариях, посмотрим. И следующий у меня идет костюм. Так, домашний женский костюм, 52 размера, цена 539 рублей. Мало мерят, девочки. Я бы дала 50 размер. Вот, 52 размер. Очень хорошие, девочки, качество. Мне понравилось. Так, вот здесь вот немножко, видите? Так, неаккуратненько, конечно, немножко. Вот такая вот футболка. Футболка мало мерит, девочки, 50 размер точно. И вот такие вот, девочки, брюки. И здесь по длине идет вот такая вот полоса. Вот, и давайте я вам покажу, вот как вот здесь вот будет получается. Ну, в примерке вы подробнее это все увидите. Вот. Очень приятное, прям такой легенький, прям летний-летний костюм, девочки. Прям летний костюм, так карман, кармашки нету. Вот. Очень понравилось дома носить, как пижаму, мужу даже буду использовать. Вот такой, девочки, был заказ. Оставайтесь, будет примерка. Все сказала, что мало мерит, что больше мерит. Была замена. А впервые, девочки, была у меня замена на свет. Не на другой товар, а вот именно я заказывала прям такой халат, но розового цвета. Вот. Оказывается, они предупреждают, когда я уже написала, что у меня была замена, что... Они предупреждают о замене, что там, когда заказываете, все позиции, цвета указаны, что если будет отсутствовать, и будут заменять на такой цвет.
рассказала вам о том, что минимальная сумма заказа от 1000 рублей, о том, что вы можете делать возврат, ну, конечно же, возврат обратно, конечно, ну, за свой счет. Но если вы, ну, прям так, не очень прям строго недовольны, ну, что ж поделаешь, отправляйте возврат, девочки. Вот, девочки, осталась довольная, но посмотрим, девочки, может, я не права, может, даже вот это платье я подарю. У меня есть свекровь, у меня есть сестра, у меня есть заловка, есть кому подарить. Все вам рассказала, подписывайтесь на мой канал, всем до новых встреч и до примерки. Пока-пока! Ну что же, девочки, начинается примерка, и вот такая вот у меня толстовка за 462 рубля. Здесь, видите, да, синий, такой темно-синий фон. И вот, девочки, шум издаю. Ну, наклеечка такая. Вот. Не знаю, девочки, 50 размер впервые заказала. Пишите, может, пока мне рано заказывать 50 размер. Но все о том, что я знаю, что я худею, стройнею. Вот так это все выглядит. Посмотрите сзади. Как вам? Мне очень нравится. Я уже вот с августа месяца, это 7-й заказ. Темно-синий цвет. Вот камера, наверное, опять передает черным. Вот, девочки. Давно смотрела. Не знаю, пишите, девочки, в комментариях. 50-й размер. Следующий костюм с бриджами. И это в этот раз самая дорогая вещь. 707 рублей. Тоже, девочки, 50-го размера. И я жалею, что не заказала все-таки 52-й размер, девочки. Потому что вот эта вот резинка, ну, слишком обтягивает. Девочки, даже как-то неудобно показывать. Пишите в комментариях, потому что... Мне кажется, мне надо побольше размер заказывать, потому что еще есть что убрать. Вот, девочки, вот такой вот костюм. Очень приятный к телу. Вот. Буду заниматься дома гимнастикой, спортом. Прям, знаете, вот такой костюм именно вот для таких занятий. Вот. Но тянет слишком, девочки. Вот так вот сделать можно хотя бы, что ли. Вот. И вот. Вот, надо было заказывать все-таки. Ну, будет ждать. Все еще впереди, девочки. Будет ждать. А по цвету очень красивый. Мне очень нравится, девочки, сочетание такого мятного с таким серым цветом. Следующее платье называется модель 52 размера, девочки. Вот здесь, давайте покажу, но мне кажется, знаете, такой фасон здесь, видите, вот так. Девочки, вот так вот выглядит. Даже можно было 50 размер, и здесь вот, девочки, я даже бриджи не сняла. Мне неудобно, короткие для меня, вот, здесь так. Вот, девочки, такое платье. Я думаю, что это платье я подарю. Но к телу очень приятное. Вот, но, не знаю, как-то, девочки, пишите. Но не мое это. Вот это вот я чувствую, что это не мое. Следующий это халат с узорами на молнии. Стоимость 546 рублей. И, девочки, очень мне... Камера опять желтит. Понравилось по цвету. Вот. Вот так это вот все выглядит. Халаты тоже нужны, девочки. Карман. Очень удобный. Длина мне очень нравится, девочки. Я люблю, когда одежда ниже колен. Очень приятный цвет.
очень приятные к телу, девочки. Следующий халат Митра. Стоимость 504 рубля. С такими вот коронами. Очень нравится, девочки. Очень приятный цвет. Пуговицы хорошо пришиты. Карман. И длина, девочки. Прям вот люблю, когда вот коленки не видно, закрывает. Вот. Люблю такую домашнюю одежду, которая не обтягивает тело. А вот тот костюм 50-го размера буду одевать, буду делать гимнастику, девочки, смотреть на себя, что она для меня маловато, и идти дальше к цели. Очень, девочки, приятный халат, посмотрите, мне нравится. Вот. Следующий халат женский 546 рублей. 52 размер, девочки, для 52 размера, честно скажу, мне кажется, мало мерит. Вот давайте я вам покажу, как здесь все это выглядит. Люблю я такой вырез V-образный. Такие вот карманы. И по длине прямо до колен, девочки. Очень красиво вот это вот то, что девочки, да? Пишите. Приятные, девочки, к телу. Очень приятные. Мне кажется, очень тепло будет мне. Хороший материал. Нравится. Потому что вот то, что сегодня все показываю, материал, ткань разная, поэтому и на теле... Каждый больше, какая-то ткань нравится больше, девочки, очень приятная к телу. 52 размер. Следующий, это домашний костюм, девочки, честно скажу, мало мерит. Размер 52, я бы дала этому костюму 50 размер. Видите, девочки, да? Очень приятная такая футболка. Вот. И такие вот брюки, девочки. Вот. Мало мерит. Такой вот костюмчик. То все, на этом моя примерка закончилась. Теперь уговорю своих мужчин, чтобы показали, как все-таки выглядит на них трико. И, конечно же, тапочки на моей дочери Алии. Всем привет! Всем привет, да, давайте покажем тапочки. Размер 30-34. Повторяюсь еще раз, Алия носит обувь 34 размера. Вот так вот это выглядит. Я тоже теперь хочу, очень хочу. С лосинами так выглядит. Тебе нравится? Да. Да. Пока-пока. Пока-пока. Мужское трико 46 размера. Стоимость 539 рублей. И еще раз повторяюсь, очень приятный серый цвет. И сочетание с черным очень красиво. Трико мужское. 56 размера, рост 175, стоимость 539 рублей. Все, всем спасибо и всем пока!